Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судна экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Ладно, парашюты, маски. После выброски держитесь со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел! И запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Нома, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь. Уже на марше. Шут на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, принял. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран заданий. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Включена. Проверь глушитель.
Маскировка включена. Недостаточно энергии. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Недостаточно энергии. Номад, давай сюда! Давай, пошли за Ацтеком! Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет, но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Матре Санктиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Я... Пророк, помоги! Номад, шут, хлему! Живо! Недостаточно энергии. Защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Черт, что это? Максимум брони. Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын! Шут, ответь! Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но, сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет, я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк.
Что за чертовщина? Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Максимум брони. Маскировка включена. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Маскировка включена. Только что пробила связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Максимум брони. Обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Thank you.
Маскировка включена. Отлично. Система заработала. Иди на место высадки. Недостаточно энергии. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Недостаточно энергии.
отключена. Недостаточно энергии. Максимум брони. Включена. Он близко! Идем быстрее! Выходим! Покажи, трус! Кидаю! Живей, живей! Не спать! Не вижу, где он? Тебе не спрятаться! Выбить его! Максимум брони. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Максимум брони. Номад, поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Времени мало, Номад. Включи режим ускорения. Недостаточно энергии. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти.
отключена. Недостаточно энергии. Максимум брони. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Максимум брони. Включена. Максимум брони.
Маскировка включена. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Маскировка включена. Максимум брони.
Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно. Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть. Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Недостаточно энергии. Сюда! Вперед! Ну! Вот черт! Ты это видел? Держите курс! Надо найти Шута! Идем на восток! Вперед! Вперед! За ним! Живо! Живо! Мертв. Сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало, как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди. Я его уничтожу. Прощай, друг.
недостаточной энергии. Летим в оба. Впереди штаб корейцев. Крой меня, Нома. Понял. Новот, иди со мной. Черт возьми. Вокруг одни трубы. Все чисто. Новот, вы с психом охраняйте периметр. Километры отсюда, возможно, кто-то из людей разобрал. Номад, иди в разведку. Досмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет заложен, ясно? Ясно. Недостаточно энергии. Заряжаю!
максимум брони. Недостаточно энергии.
Пророк, я у радара. Копируй данные. Внимание! У нас есть точные координаты заложника. Его держат в здании школы. Проверь карту. На радаре что-то есть. Похоже, сюда идет большой флот. Что-то не верится. Целый флот, и все из-за нас? Не отвлекайся. Сейчас твоя задача найти заложника. Взорвать бензоколонку, это их здорово отвлечет.